В данном видеоуроке будут рассмотрены открытие конфигурации терминала в ПО-конфигуратор, сохранение измененной конфигурации, устранение возможных ошибок, восстановление конфигурации до одного из предыдущих сохранений, а также конвертирование конфигурации под более новую версию ПО-терминала. Перед редактированием конфигурации рекомендуем обновить до последней версии комплекс программ ECRSMS SP. Он доступен для скачивания с сайта технической поддержки по адресу soft.ecra.ru. Для редактирования конфигурации терминала потребуется файл конфигурации с расширением ARCH и файл библиотеки с расширением LZG. Эти файлы можно скачать с терминала при помощи ПО ARM-релейщика. Как это сделать? Смотрите видеоуроки формирования файлов к отправке производителю. Далее открываем файл конфигурации с помощью ПО-конфигуратор и в появившемся окне указываем путь к файлу библиотеки с расширением LZG. Далее нажимаем ОК, дожидаемся окончания открытия конфигурации и приступаем к редактированию. После того, как произвели необходимые изменения в конфигурации, сохраняем ее через меню «Файл» или нажав на кнопку «Сохранить» на панели инструментов. При сохранении автоматически выполняется проверка конфигурации на наличие ошибок, и если таковые присутствуют, открывается окно «Ошибки конфигурации». В окне у каждой ошибки присутствует описание, а также ее тип. Всего имеется два типа. Первый называется «Ошибки» — это критические ошибки, с которыми терминал не будет корректно функционировать. Второй — «Предупреждение» — это предупредительные сообщения о неправильной настройке параметров, которые не влияют на работу основных функций терминала. Некоторые ошибки и предупреждения имеют возможность автоматического исправления. По умолчанию на них уже установлена отметка в столбце «Исправить». Информацию о том, какие изменения будут внесены при автоматическом исправлении, можно получить, наведя курсор на поле установки галочки. Остальные ошибки необходимо исправить вручную. В описании содержится достаточно сведений для определения ошибки и способа ее исправления. При необходимости сохранить промежуточные изменения для дальнейшего редактирования конфигурации, ее можно сохранить с ошибками. Также при сохранении дополнительно создается файл предыдущей сохраненной версии конфигурации с расширением BAC. Восстановить предыдущую сохраненную версию конфигурации можно, удалив в названии файла расширение и время формирования этого файла, указанное в скобках. Все вышеупомянутые возможности доступны для пользователей ПО-конфигуратор свободно распространяемой редакции Free и расширенной редакции Pro. Для пользователей расширенной редакции Full доступна дополнительная возможность конвертации конфигурации под более новое ПО терминала. Для этого при открытии конфигурации в появившемся окне указываем путь к библиотеке, соответствующей данной конфигурации, и устанавливаем галочку «Конвертация». После этого необходимо выбрать следующую по порядку версию программного обеспечения терминала. Например, если у вас конфигурация с версии 7.1.0.6, то выбираем 7.1.0.7. Далее нажимаем ОК, дожидаемся окончания конвертации и сохраняем конфигурацию. Из-за различий между версиями программного обеспечения терминала при сохранении могут обнаружиться ошибки. Они имеют возможность автоматического исправления. Сконвертированную конфигурацию рекомендуем сохранить отдельным файлом, не изменяя имя конфигурации. При необходимости конвертации конфигурации под версию ПО терминала выше, например, из 7.1.0.6 в 7.1.0.8, конвертировать необходимо последовательно, то есть сначала в 7.1.0.7, как было описано ранее, а потом уже из 7.1.0.7 в 7.1.0.8. При этом путь к библиотеке на данном этапе оставляем по умолчанию. На этом видеоурок окончен. Надеемся, он был вам полезен. Спасибо за внимание.